Так, мої хороші, мої любимі, всім привіт. Я, в общем, в такій квартирі, зараз вам покажу. Ось це тут, це кухня, убраний такий балкон. Це мені зняли квартиру в Тернополі, я вже в Тернополі. І ось такий, ось це кухня. Така огромна кухня, зі столом цим обеденним. І з такою, гляньте, яка, це саме, так сказати, робоча плита, чи що воно, поверхність. Робоча плита. Чайник, все є. Печка вообще красива. Арестон. Уже профитроли нажарить. Вообще чистота везде. Отличная квартира. Квартира огромная. Сейчас я вам всю покажу. Так. Я выбрал себе вот эту спальню. Тут кондиционер, в общем, все на свете. Это я. Так, где свет? Где свет включается? О. Зачуханий з поїзда встав, як не знаю що. Зараз 10:30 утра, мене зустріли на таксі. Така чеканка красива. Цвіти везде по всій квартирі. Ось це от, виходить, одна кімната. Ось це я собі таку вибрав кімнату. Вона з балконом. Там он, вид на магазин. Так, треба так от знизу піднімати, щоб люди потім не дергали після мене. Ну, на балкон не буду виходити. От кусочок города. Магазин Ільдорадо. Я не знаю, де це, який район. Ну, ладно, вийду на балкон. Мене довго просити не треба. Зараз спаю. Так, тут от стройматеріали всякі. Ну, от, в общем. Ой. Оце така вулиця, не знаю, що це. І от такий торговий центр. Ільдорадо. Это Тернополь. В городе чистенько, вообще такой чистенький город. Вокзал красивый. Так, все надо закрыть назад. Так, и эту дверь. Так, и поднес вилку. Ой, господи, убьюсь. Так. Тепер далі. Так, от це туалет. Ну, не знаю, його показують, не показують. Ну, туалет як туалет, що його показують. Це ванна. Гляньте, як красиво. Ой, взагалі. Я скільки в ванні не лежав, у мене вдома душ. Цвіточки стоять. Ой, тепло взагалі. Стиралка Атлант. Полотенце. Полотенце-сушитель теплий. Тут автономне отоплення. Так, далі отака спальня. То есть это, наверное, зал тоже с балконом. Вот такой вот комод красивый. Везде цветы. Ну, это съемная квартира. Мне такую квартиру сняли с большим телевизором. В общем, трехкомнатную квартиру мне сняли. Ручейная звезда. Не могли что-то поэкономней. Позвали. Мене сняли таку квартиру. И вот еще одна комната. Она, по-моему, без балкона. Да, это тут уже балкона нема, просто окошко. От во двор виходить, постель така здорова, такі красиві эти шкафи, мраморні чи що. Красива гладильна доска тут стоїть. В общем, все як треба. Тобто, це чоловік цим, видно, займається. Тут постельне белье, 150 комплектів. Комод такий красивий. Все пусто, ну, тобто, щоб люди приїхали, заселились. Так що, мої хороші, отака от одна кімнатка, втора, кухня. Кухня розкошна взагалі, і большая кухня. От мені подобається, коли большая кухня. Відкриваєш, так тарілочки, тут тобі що хочеш взагалі. От цікаво, завжди в чужу квартиру заходиш, і ти смотриш по різним цим, і от чужая життя, от це, от, я не знаю, люди жили тут, не жили, або спеціально купили, щоб здавати. Красиво. Мойка, цветы, вода горячая есть, у них это свое отопление. Кастрюли, тут все, что хочешь. Духовка, бери профитроли. У меня до 4 часов много времени. Я, конечно, если разберусь, как работать с духовкой, то я нажарю тут профитроли, наверное. Чокнутый. В общем, мои хорошие, все хорошо. Вчера подивился мастер-шеф. Ой, я не дивился вчера мастер-шеф, я ехал в поезде, много людей писали, ой, Самвел, там, ты это самое, поддерживаем тебя, спасибо тебе, что... Ну, я, наконец-то,
Почему-то некоторые думали, что я выиграл, там что-то это, и не говорю, там, или что. Ну, я сразу сказал, что я не выиграл, намекнул. Поэтому, слава богу, что выиграл Женя Злобин. Я от души порадовался, потому что, ну, это тоже огромный груз на себе тащить. Если ты выиграл такой проект, и ты должен, ну, соответствовать, и ты должен, как бы, потом показывать, что действительно тебе это надо, что ты фанат этого. Хотя, ну, шоу аматоров, человек может для себя просто пойти, не обязательно там идти, чтобы быть должным тому, что, вот, что люди потом скажут. Сказала мама, что скажут люди? Все, пока, мои хорошие, в Тернополе, скучаю. Сегодня концерт, и мы уезжаем сразу в Хмельницкий, в гостиницу. У нас оплачена гостиница все время в Хмельницком, а с Хмельницкого мы будем ездить. Из Хмельницкого я уезжаю домой сразу, 27 числа из Хмельницкого я уезжаю сразу на поезд, сажусь, 70-й поезд, и чуть-чуть на Воркуту. До дому, Днепропетровск. Все, пока, мои хорошие.